Вот пришла вот такая мясорубка Moulinex HV8. Значит, диагноз какая? Включается, крутится, но ничего не перекручивает. Но при осмотре оказалось, что дело не в электрической части, а сейчас покажу. Проскакивает нож. У него здесь шестигранное крепление. И если посмотреть, то здесь уже теперь на самом валу шестигранник облизался. Можно ли отремонтировать? Ну, нержавеющим электродом, сваркой, я собираюсь здесь поставить капли на каждую грань и затем обработаю аккуратно болгарочкой, чтобы восстановить эти шестигранные. Вот я не могу точно увидеть, видно или нет. Значит, шестигранник сточенный, необходимо его восстановить. Для этого электросваркой и электродом по нержавейке очень важно, потому что здесь будет постоянно во влаге, и чтобы он не ржавел, электродом по нержавейке. Ну, что уже получится, как все получится, потом продолжу. Вот так выглядит восстановленный шестигранник. Значит, углы уже есть. Оказалось, задача очень непростая. Почему? Ну, во-первых, что необходимо сделать? Обязательно, чтобы не испортить здесь поверхность шнека, нужна специальная защитная шайба. Это вот несгораемый материал какой-нибудь. В данном случае это паранитовая. Из паранита вырезал. Значит, он оберегает тело. Когда ставлю, но остается очень мало тела. Если вы не специалист в сварке, попросите все-таки это сделать специалиста. Электрод нужен, я варил тройкой, очень неудобно, с третьего раза обтачивал обыкновенным напильником. Брал напильничек и вперед. Наваривал соплю и вперед по граням. Значит, вот этот шестигранник совпадает с этим, поэтому, когда навариваете, можно видеть, в какой плоскости точить. Ну, вот так получился шестигранник. Вот так плотно он одевается. Сделал так, чтобы шестигранник немного выходил за пределы ножа. Тут еще у него хватает высоты, чтобы не внутри тут не задевать сито. Поэтому будет немного крепче. Ну и все, в принципе, восстановлен. Можно отдавать клиенту. Значит, еще раз повторюсь, сварочная работа очень нежная, нужно варить. Я варил электродом тройкой, очень неудобно, очень-очень неудобно, потому что не хватает места, и он начинает тянуть дугу на вал, потом приходится подравнивать вал, вал немножко пострадал, но так как клиент это моя мама, то не очень она будет недовольна этим, но сам факт. Мясорубка отремонтирована и пойдет снова радовать своего хозяина.